Всем привет, с вами канал «Правильный выбор». Сегодня на обзоре сплит-система Ballou BSGR24HN1-22Y. Не пропустите выход нового обзора, для этого подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Для покупки этой модели по выгодной цене переходите по ссылкам, которые оставлю в описании. Для развития канала важна ваша поддержка, ставьте лайки и пишите комментарии. Серия настенных сплит-систем Greenland производится известной компанией климатической техники Ballou и работает в стандартном режиме включения-выключения. На передней панели находится дисплей с отображением параметров. В блоке могут сохраняться настройки при отключенном состоянии. Дизайн сплит-систем отлично подходит для современных интерьерных решений. Лаконичный и элегантный, он не будет навязчивым элементом, нарушающим гармонию композиции, а легко и непринужденно впишется в обстановку. Классический настенный кондиционер состоит из двух стандартных блоков. Сплит-система Ballou серии Greenland On-Off производит требуемое охлаждение либо обогрев с точностью температуры до 1 градуса. Если понадобится уменьшить шум внутреннего блока, то этого можно будет добиться регулированием скорости вентилятора. При работе в автоматическом режиме температура и скорость вентилятора не отображаются на передней панели внутреннего блока. Особенности. Режим Turbo. Функция iFill. Функция автоматического поддержания температуры на уровне плюс 8 градусов. Дисплей встроен в переднюю панель. Лайт-подсветка дисплея. Фильтр предварительной очистки. X-Fan – функция продувки испарителя. Таймер на включение и отключение. Выбор скорости вращения вентилятора. Sleep – ночной режим. Качание и фиксирование положения жалюзи. Автоматическое оттаивание теплообменника внутреннего блока. Принудительное размораживание наружного блока. Сохранение настроек. Функция iFill позволяет поддерживать более комфортную и точную температуру в помещении, поскольку измерение происходит в месте расположения пульта дистанционного управления, а не на высоте внутреннего блока, где собирается теплый воздух. Ночной режим. Шум от кондиционера максимально снижается, а температура в комнате будет регулироваться по особому сценарию. Это обеспечивает более высокий комфорт людей в помещении и экономию электроэнергии. Вертикальные и горизонтальные жалюзи регулируются с пульта дистанционного управления. Пользователь может выбрать положение вертикальных и горизонтальных жалюзи. Также имеется режим непрерывного качения. Этот режим позволяет более равномерно распределять кондиционируемый воздух по всей комнате. В описании под видео вас ждет подборка ссылок на выгодные цены и актуальное наличие. Чтобы не пропустить новый обзор, подписывайтесь на канал и нажимайте колокольчик. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии. До скорой встречи на канале «Правильный выбор».